Мен ана жандегі ана инженерлік кеп санаған кезде осы бір столдың санаған. Жоқ, қазір қайтып сұрайды. Мараға дейін кеп тұр ғой. Суханберді Рисалиев требует остановить какие-либо работы по модернизации газопровода на своей улице. Мужчина сначала заявлял, что газовики якобы залезли на территорию его участка и, по словам рабочих, даже вызвал подкрепление в виде трех групп полицейских. Правда, к приезду нашей съемочной группы полицейские ретировались, а ярый противник сменил тон. Я что ли против? Пусть проводят, но на законных основаниях. А то я, значит, ходил в Кастрансгаз, просил, чтобы трем домам провели газ. Они это сделали, а теперь к этой же трубе хотят всю улицу подсоединить. А я в свое время все сделал за деньги. Зачем нам сейчас их модернизация? Проблем у них, что ли, других нет? Неизвестно, как долго длились бы препирательства, если бы не документы, которые, как известно, сильнее тысячи слов. Когда сверили госакт Рисалиева с документами горархитектуры, выяснилась интересная деталь. Дом главного возмущающегося стоит аккуратно красной линии, а значит, никаких прав на землю общего пользования, по которой и прокладывается газопровод, он не имеет. Самое главное, что мы выяснили, что этот участок не относится к данному хозяину этого участка. Поэтому все работы, которые здесь идут, это законно, на основании всех документов, которые утверждены местными властями. Суханберды Рисалиев пообещал больше не мешать рабочим. А это значит, в ближайшие дни улица будет переподключена на новую линию.